залом на заднем крыле жесточайший. Вот, будем пробовать его поставить на место. Посмотрим, что из этого получится. Вот так она стала выглядеть после первой приклейки. Я нарастился, приклеился в эпицентр, дернул сверху, подтянул холодным клеем. Сейчас подобью крауны и подтяну эпицентры все. Итак, вот результат второй приклейки. Я точечно установил клипсы в эпицентры, подтянул, насколько это было возможно. Они подтянули. Сейчас еще подобью и уже будем пробовать заниматься вот этой вот историей самой сложной здесь. И будем заниматься. Так, друзья, ну, работа идет потихоньку, да, уже перешел я на крючки. Очень сложным местом является вот этот узел, потому что у нас здесь был самый жесткий залом именно в этом месте, а здесь, как вы видите, и положительное ребро, и отрицательное ребро, и поэтому у нас здесь вот такой вот как бы не совсем приятный нюанс. Плюс очень жесткий был залом на нем, поэтому вот со всеми вытекающими он потихоньку сжимается. Но самое неприятное у нас это именно нижняя кромка, потому что она полностью в завальцовке. Вот это все вот после этого минуса как раз место крепления герметика. То есть вот этот минус это и есть герметик. И, соответственно, все, что ниже, у нас в двух металлах. Поэтому вот будем как-то выходить из ситуации. Пока сейчас буду чистить вот эту всю верхнюю часть. Инструмент, который я использую, вот он. Вот так вот он выглядит у меня. Вот так вот. Кстати говоря, вот этот крючочек, он 90 сантиметров, вот который первый стоит, он мне здесь очень-очень неплохо помогает чистить. И первоначальный подъем я тоже осуществлял вот как раз ребра вот этой частью, очень здорово. Итак, друзья, ну вот что, собственно говоря, удалось из этой работы выжить, потому что здесь, к сожалению, не все так красиво, как хотелось бы, но все-таки большую часть. Итак, друзья, вот что, значит, удалось из этой работы выжить. Вот. Не все, конечно, так красиво, как хотелось бы, но, к сожалению, вся нижняя часть это завальцовка сплошная, вот посередине здесь, да, доступ вообще крайне ограниченный, металл, как вы понимаете, достаточно сопливый, очень подвижный. Все, что возможно было